Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил. Я с утрашки долбанул, что на Мариев, что на Мели. Развлекались, как хотели, возмужали, загорели. Жалко, Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл, икнул и тройного нулил в аорту. Сразу видно, парень тёрный, спец, отличник, мастер спорта, правда, тоже утонул. Прибежал директор базы, не видали его водолаза. Все духи украл, зараза, всю похмелку умыхнул. Ох, найду, кричит, и в катер, и с разбегу дернул стартер. И умчался на фарватер, и там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник. Здесь Бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикну караул. Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и в самогоне, прибежал полковник Пронь, я сразу утонул. А потом тонули Ходка, врач, повар с пьяной теткой. Врач и повар с пьяной теткой, надзор тут вместе с лодкой, но к вечеру вообще два директора завода, все туристы с парохода, и главное, кадали как воду, ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился, говорит, ты чего взбесился, глянь на Волгу, вон она, там на медне посередке затонула барышня с водкой, может, сплавим в охотку. И нырнул.